Сделать модную стрижку, укладку и даже изменить привычный образ до неузнаваемости. В таком салоне красоты готовы реализовать любое желание клиента. Вот только человеку записаться на прием не получится. Груминг – многокомпонентный уход за собакой. После того, как клиента помыли, расчесали от колтунов, подготовили его шорстку, начинается подготовка к самому длительному процессу, и Бруно уже это все чувствует. Впереди у него 2,5 часа стрижки. Пес уже немножечко волнуется, но в деле грумера есть интересные нюансы, тонкости. Вот такие мячи, к примеру. С помощью такой игрушки можно привлечь внимание собачки, отвлечь его и расслабить. Юлия занимается грумингом 15 лет. Научилась понимать друзей наших меньших с полувзгляда. Умение установить контакт – один из главных пунктов в работе с собаками, а важнее всего – знание анатомии. Не владея этой информацией, брать в руки ножницы как минимум опасно. Можешь подчеркнуть красивую длинную его шею, такую длинную, а можно оставить повыше шерсть, вот здесь не достричь, она будет короткая, у него некрасивая. Ножи и камни для триминга. Стрижки согласно стандартам породы, множество ножниц для придания формы меховой шубке и специальные машинки для бритья. У грумера не меньше инструментов, чем у мастеров традиционных салонов красоты. Велик сегодня и выбор средств по уходу за собачьей шерстью, когтями, глазами и ушами. Подобрать более точно необходимые гели и лосьоны помогут простые правила. Нужно при выборе немножечко руководствоваться профессионализмом самой фирмы, их временем, которое они находятся в этой сфере, производят косметику. А по количеству нисколько не уступают человеческим средством по уходу. Стрижка и гигиенические процедуры завершены. Остался последний штрих – поцелуй в знак признательности от довольного клиента. Теперь Бруно хоть на выставку отправляй. Ну, раз в 2 месяца мы себе это позволяем. Зимой поменьше, летом мы вообще на лысо, чтобы у нас жарко. Жаркое лето. Ну, мы все его любим очень, но сам любвеобильный. В Крыму спрос на услуги грумера уверенно растет, что неудивительно, ведь некоторые процедуры, такие как чистка глаз и ушей, профилактика многих заболеваний. Стефан Филатов, Рустам Файзулин. Утро нового дня.